вообще Швабия, они осуществляют возвращение умерших, вот именно убитых в Первой мировой войне. Ну, это так рассказывают. Я, в принципе, ну, я не говорю, что это наши агенты, но это люди, которые, в принципе, общаются с людьми, но принадлежат к Швабии. Они говорят, что много смогли жить, ведь у них недаром сейчас 5 миллиардов. Откуда-то они их взяли. Вот. И умерших они многих возвратили.